Нет, просто я уже в нескольких передачах обсуждаю вот эти вот великие тезисы Билла Гейтса о том, что каждый может, работая дома за компьютером, как бы обеспечивать себя и семью, и прекрасно жить, и так далее, и тому подобное. Насколько это соответствует действительности? На 100%. У меня последний мой присутственный день, торжественный, состоялся в 1993 году, когда я приехал в редакцию, сотрудником которой я был, и привез туда модем, поставил его, подключил и сказал, что больше в этой редакции меня пусть не ждут. Вот мой банковский счет, гонорары туда. И с тех пор вы работаете дома? Только. И надо сказать, что в этой редакции, это редакция телевизионной газеты «Вести», каждый второй журналист в штатном расписании на полной ставке в редакции не появляется в течение рабочей недели. Но ваши статьи по-прежнему в «Вестях» сейчас выходят, да? Просто, к сожалению, нету времени писать для израильских изданий, слишком много нагрузки в российских. А бывают случаи, что они что-то перепечатывают из наших изданий, ваши какие-то вещи? Это их хлеб.